Всем привет! Вы на канале «Наша жизнь в Америке» New Life, It's My Life. Сегодня у нас второй закупочный день по магазинам. Вчера мы были в центрах и в Smart & Final, а сегодня мы хотим посетить Костку и Sam's Club. Мы просто любим ходить, ну, наверное, раз в неделю, а иногда даже раз в полторы. Что-то закупаем, там, мясо, допустим, мы закупаем так, чтобы потом не бегать. Как каждый день. Дедушка чуть не наехал на мою жену. Новым автомобилем. Мне было бы от этого легче, да, если бы он меня переехал давно. Нет, нам бы было это выгоднее. Вот. Просто мы любим сходить раз в неделю, в полторы, купить все, закинуть в холодильник, чтобы потом, как говорится, голова не болела, каждый день бегать, что-то подкупать. Это же сейчас не свободно, а в обычное время у нас учеба. Да, дни загружены, получается, Марина учится, дети учатся, и совмещать одно с другим не очень. Вот. Ну, идем в Костку, посмотрим, как там послепраздничная торговля. Смотрите, какой интересный зонтик для пати с подсветкой встроенной. Это вообще просто супер. Интересно, сколько у него цена, давай глянем. О, он. Всего за $570. Он один, да? Он классный. Ну, конечно, это просто зонтик. Я подумала, а вдруг он с мебелью? Ну, мебель к нему еще где-то 1000 будет. Короче, сегодня в Костку добавилось очень много мебели и очень много спортивных тренажеров. Людям надо выходить на нормальный вес после праздников. Вот, ну что, двигаем что-то покупать. Сейчас пойдем выпьем, там что-то вот нам предлагают на попробу. Что мы будем пить сегодня? Не будешь? Я пойду выпью. Сегодня мы пробуем шоколадно-банановый коктейль. Шоколадно-банановый коктейль. Салаты, наверное, не будем. Ну, вкус как шоколад с бананом, только смешанный. Сегодня на скидочке вот такой вот греческий йогурт Данон. Берем его от упаковочки. А, так вот он, не надо за ним есть никуда, вот он лежит. Так, какой ты детям хочешь взять? Я хотела взять как парочки, но, по-моему, он в Самсе сегодня будет на этом самом. Посмотрим в Самсе? В Сэмс, Вадим. Подожди, а молочко надо взять, Антошка, а вон молоко. Да? Да, ты 89. Давай. Берем 2 галлона молока. По 3,89, обезжиренная, с витаминами. Опа, и вот сюда его кидаем. И берем еще 2 вот таких галлона 2% по 4,99 за упаковку. Короче, сегодня в Костке просто нас закармливают, мы уже ели какие-то сосиски, и сейчас вот какой-то рулет из яиц с зеленью. Называется, как он называется, сейчас скажу вам, Spanish Eggs White Fritas. Ну, в общем, что-то такое вкусное. Сейчас попробуем. Зайка, возьми, пожалуйста, сними. Нам еще одну попробу дали. Она очень горячая, надо, чтобы остыла. В общем, традиционно мы зацепили наш красный салмон-бургеры, которые стоят $15.99. И мы берем еще вот такую рыбку. Оливия Wild Alaskan. Бла-бла-бла. 15.79. Здесь 3,5 ЛБ. Очень хорошая, в принципе, цена, хоть даже и без сейла. Вот такая вот упаковочка. Это филе. И будем. Мариночка будет из него что-то готовить. Сейчас мы будем пробовать. Мандарин Orange Chicken. Это курочка, приготовленная
приготовленная курочка с мандариновым соком. Это да. достаточно вкусно. Мы это продали. Мы это даже уже и пробовали, и дома кушали. Ну, Костка кормит. Надо и пообедать. Мы же не просто так сюда пришли. Вот, блин. Ну, скажи что-нибудь, что не так. Мы я же... в Костке не ем от тебя никогда. А я решил пообедать. Ешь. Да. А вот это вот, то, что я вам рассказал, вот этот вот. Идем брать сок. Спаниш какой-то яично-травяной рулет. В общем, это вот можно взять, взбить яйца, насыпать туда всякой зелени, кинуть на сковороду, получится омлет. И мы все время думали, что это омлет. А оказалось, это какой-то испанский яичный этот, как его, рулет. Ну вот. Ну, в общем, на вкус трава с яйцом. Причем трава присутствует очень. Очень много для этого количества яйца. Вот, как-то так. Взяли мы вот такой вот сок по 11,89. Его 40 упаковочек вот в этой упаковке. Мы его берем детям для того, чтобы они в свои ланчбеги ложили... Катаринке, не будем лимонейд брать? Дети берут этот сок с собой в школу. Они берут воду и сок. Да. И еще берем вот такой вот 5,79, вот такой вот лимонный лимонад, он органик, он из натурального сока, у нас его очень любит доча, и возможно даже Саша немножко на него тоже хочет подсесть, потому что он хвастается, что в школе пил лимонный сок, который невозможно было пить, он был такой кислый. Творог берем. Берем творог. Так, мы возьмем сейчас баночку творога. Вот такой. Он стоит 4,39. Одна баночка. В ней у нас будет 1,360 кг творога. Этот творог похож на деревенский творог в Беларуси. Он такими... Короче, он называется коттедж, то есть, как это сказать, он бы как бы кусочками. Это не паста, а именно творог такой, как бы комочками, кусочками, очень вкусный. Ну и полезный. Творог полезно есть, особенно детям. У нас его любит очень Антошка кушать. А младший сын любит вот такие венские сосисочки. Это такие небольшие баночки, вот такого размера где-то. Вот она нарисована. В коробке 18 баночек, и стоит она 7,49. Да. И традиционно мы взяли вот такой хлебушек. Это две булочки. Они стоят 7,89. И питы, которые мы постоянно покупаем для маленьких пить. Наша Костка на этом закончилась. И у нас получился чек на 105,56. 105 долларов 56 центов. Все, выдвигаемся. А, да, и мы купили воду. Я уже закинул 3 упаковки. Вон она стоит традиционно. Вот, в общем, чек получился на 105 долларов. Все, ребята, спасибо всем, кто был с нами в Костке. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте поставить колокольчик, чтобы быть в курсе событий. А мы выдвигаемся в Sam's Club. Bye-bye.